пышным цветом и разнообразием порадуют горожан самарские улицы в этом году. В теплицах спецарем стройзеленхоза уже начали появляться первые всходы растений, которые летом будут цвести на городских клумбах. По программе «Цветущий город» выращивают 1,5 миллиона цветов. В этом году их рекордное количество видов – от пестрых петуний до ярких бегоний. Цвести будут не только клумбы, вазоны, кашпо, но и топиарные фигуры. Также в 2017 году планируется дополнительно приобрести 16 новых топиарных фигур. Буцый мяч, летящий мяч, мяч в сердце, мяч на волнах, один человек с мячом. Программа «Цветущий город» реализуется в Самаре уже второй год. В прошлом, благодаря ей, на городских улицах количество цветников увеличилось на треть. В этом году в некоторых районах цветочных клумб и фигур станет в 2 раза больше. Особенно на тех улицах, по которым проходит гостевой маршрут. Это в целом, конечно же, меняет облик города. Это влияет на культуру, на настроение людей. И, что отрадно, значительно большее количество предпринимателей в 2017 году планируют принять участие в этой программе. Поэтому я надеюсь, что в этом году порадуем жителей новым видом Самары. И количество сторонников будет еще больше. Предприниматели и обычные жители готовы привнести новые яркие краски в городские пейзажи. Владельцы кафе, магазинов и парикмахерских установят у себя на входе вазоны с цветами, а жители домов обещают разбить пестрые клумбы во дворах. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События.